Всем привет, с вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Хотела вам показать, какие повязочки пришли моим дочкам. Вот такие, с розовыми ушками. Они такие нежные и мягенькие. Вот здесь на резиночке, вот такой. Они ушки закрывают, можно и в школу ходить весной. Ну и они меня, видите, любят мяукать котейками. Мяу, котейка. Ну, Дашка лисичкой. Вот. Она широкая. Смотрите, какая. Хорошо закрывает. Дашки коричневая с розовыми мушками. Там разные есть цвета. И серый типа слоненок, и это, и черный для черного котенка. Машка больше на Вичку похожа. Вот. Я котейка. У Дашки коричневая. Это лисички брала. Думала, на Новый год, но они не успели прийти. Вот так. Вот так вот она выглядит с распущенными волосами. Вот. Вот видите, такая резиночка. Она широкая. Вот ушки оно закрывает. Ну а здесь оно, получается, расширяется. И вот здесь можно регулировать туда-сюда. Вот этот шовчик можно назад, можно поближе. Вот, если кому понравилось и хотят своим деткам приобрести, я ссылочки оставлю. Они стоили 65 центов. Это вообще очень дешево, я считаю. Вот такие девчонки у меня. Все, ссылочки оставлю внизу. Всем пока!